Привет, друзья! Сегодня 14 ноября 2021 год. Сегодня первый снег в моем штате. Я хотел записать, как красиво и как классно. Сразу подумал о родине. Вот снежок такой идет. Это очень редкий случай, что снег идет так рано в сезоне. А обычно он не приходит до декабря, или порой даже вообще в декабре снега нету. Посмотрите, как красиво. Вот тут ферма. Ну и вот сзади лес. Хотел показать, что у нас реально идет снег. Смотрите, как классно. Я люблю снег. Лошадь одна, бедненькая, в снегу. Привет всем. Уже третью неделю болею, до сих пор кашляю. Но уже немножечко мне лучше. Спасибо всем за добрые комментарии, пожелания, чтобы я выздоровел. Надеюсь, это сделает меня крепче. Вот это долгое заболевание. Вот, где я сейчас нахожусь. Такие вот окружения. Самое классное, что сейчас идет такой классный снег. Вот только что служба в церкви закончилась. Я сразу хотел записать этот снег. Сейчас мы немножечко пройдемся. Записать хочется вот этот волшебный снежок. Запечатлеть такое вот. Да. Вот, приехал Амазон, доставляет кому-то посылку. Ноября такой снег пошел. Я в шоке просто. Я такого не ожидал. Сейчас я подойду немножечко поближе к лошадке. Кстати, лошадку зовут Гилда. Я знаю этого собственника этой территории. Он да, еврей. И, короче, это его территория, его лошадки. И он мне сказал, как зовут этих лошадей.
стоит моя машина в дистанции. Все, я пойду до машины. Включусь чуть-чуть попозже. Все, всем пока. Васька, ты рад, что снег идет? Да? Да? Что ты делаешь? Вась, ну что это такое, а? Что ты делаешь? Василий. Кстати, сейчас плюс один тепла. Сейчас посмотрим, как смотрится снег. С окошечка. Класс. Такой вот первый снег сезона, 14 ноября. Всем пока, пока-пока.
Соня, тебе нравится снег? Соня. Рыжик? Рыжик?